Всем привет, меня зовут Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом PixelMon. В прошлом эпизоде мы, если я не ошибаюсь, если я уже не забыл, мы словили два Иви, двое, или как это говорится, и еще мы словили Гастли, да, вот этого покемона. И в этом эпизоде я уже постараюсь найти хотя бы Абру, и, ну и постараюсь словить. Если не найду, буду продолжать ее искать, ну, вроде логично. Думаю, в этом эпизоде еще не прокачаю Иви, сколько у него этой фигни, 40, ну, еще мало. Ну, хотя бы постараюсь найти Абру, да. И уже прокачать нашего Драгонейра к следующей стадии, чтобы просто засунуть его в компьютер. Я уже рассказывал много раз, зачем это. Я его и сейчас сразу же могу засунуть в компьютер. Чтобы на душе как бы было спокойно, я его просто уже-напросто прокачаю к максимальному уровню, к уровню, к стадии, чтобы он уже прокачанный как бы лежал в компьютере. Да. Так, лучше вернуться домой, еще раз величить наших покемонов и покушать. Я только что проснулся, так что, может, у меня голос какой-то сонный или еще что-то. Не обращайте внимания, короче. 4 часа дня, я только что проснулся. Так. Можно еще, кстати, яблок найти, чтобы прокачать быстрее еще Драгонейра. Хотя у меня вроде... Да, у меня есть 11 Rare Candy. Это если я его запихну сразу же в Драгонейра, он у меня будет 47 уровень. Ну, не знаю. Так, можно спать, нет? Так. Пикачу, Слоупок, Гюардос. Или Гюарадос, или Гуардос. Да, Гуардос вроде. И... Так, все, идем, короче. Думаю, если все-таки найдем Абру, 8 покебол мне хватит, я так думаю. Ну, а если не найду Абру, просто хотя бы немножко еще покачаю наших покемонов. Так, вроде никаких покемонов нету. Сейчас пойду в этом направлении вниз. Так как вверху я уже был, ну, всегда туда ходил. Так, бежим. Бежим. Вообще покемонов нету. Сильных, чтобы прокачаться. Хотя бы еще найти одного покемона-босса. Покемона-босса, можно так сказать, и чтобы еще навыбивать с него что-то. Так. Что-то я заблудился немножко. И... Думаю, нужно собрать. Хотя уже нафиг нам не нужны эти черные. Да... В принципе, вообще никакие не нужны. Так, что-то фигово, вообще ничего нету. Никаких покемонов, вообще, смотрите. Никаких.
Но вот тут один. Два одинаковых. Гастли там. И там еще один. Так, это вообще мы... Ах, чё я парюсь? Меня же Шаризард есть. Во я... Тупняк что-то включил. Кстати, вот, биома классная. Ну, в смысле... Вот это. Ну, снегом. Вот как раз, вот Абра. Ну, я... Так. Сразу, может, Гастли. Близко не подходим, чтобы он не телепортнулся. Попадаем. Включаем гипноз. И пытаемся словить. И что у нас получится? Ну, думаю, да, словили. Да, словили Абру с первого покебола. Ну, это не может не радовать. Так, вот, кстати, вторая стадия уже. Ну, эволюция нашего Гастли. И сейчас я думаю, ну вот, словили Абру, и он как бы отправился в компьютер. Так как у нас уже полный, ну, 6 покемонов максимум при себе, как бы. Как бы, что-то я заметил, я это много раз говорю, ну, я не знаю. На это не обращаю внимания, ну, постараюсь я не использовать это выражение. И ищем покемонов. Да, вижу, там факелы наши светятся. Дроузи. Ну, пусть будет 19 уровень. Хотя он мелкий. Нам бы такой... Не знаю даже какой уровень. Даже если 60-й бы был, было бы хорошо. Да, немного опыта дало. А вот, кстати, я забыл вызвать покемона, чтобы он за нами бегал и выигрывал вот эту фигню. Ну, какая-то шахта. Так, бежим. Да, и тут ничего нет. Короче. Летим. Может, найдем какую-то биому нормальную. Так, слоупок тут я вижу. Так, в этой биоме вообще нету покемонов нормальных, в принципе. Да. Тут тоже ничего нету. Снизу. Ну, думаю, тут уже можно сойти. Отозвать нашего Шаризарда. И потопать пешком. Или я тут уже был? Не в курсе. Какой это уровень? Да, на этого я лучше нападать вообще не буду. Хотя, вот, разве что... Не знаю. Ну, вот так.
И сразу же на Шаризарда. Потому что... А хотя он не такой уж сильный, ну... Да, против нашего Шаризарда не сильный, но против наших покемонов 18 уровня сильный. Да даже и против Шаризарда какой сильный, уже почти его убил с двух ударов. Да, лучше я на него пока что нападать не буду. Так, сейчас бежим вот туда. Что вообще покемонов найти не могу, вообще никаких. То иногда вокруг меня 20 покемонов 40-го уровня или еще больше, а теперь вообще никаких нету. Так, опять забыл вызвать Тиви. Бегай за мной. Какой этот мелкий, какой этот. Да. Ночью, серьезно, вообще покемонов нет. Вот этот может. Может, на нем можно прокачаться более-менее нормально. Farfetch. Вызываем вот этого. Сразу на этого. Нифига себе. Да он почти нашего... Не почти, а... Убил? Да. Нихрена себе. Да. Короче, это вообще зря затеял. Я так думаю. Да не думаю, так оно и есть. Так я могу назад на Шаризарде вернуться, как бы летя. А сейчас пешком. Так, Гнозрей, Кюрс или еще. Да, вот это думаю нафиг. Ну, сколько вас тут? Хотел в ту сторону, побежал в другую. Так, одно яблоко, не помешает. Еще один рар кенди, можно сказать. На горе я вроде вообще еще толком не был. Ну, в смысле был, но не ловил покемонов. Ну, да вроде да, вообще. Вот какой-то странный покемон. Кстати, вот на горе, на очень-очень-очень-очень-очень высоких горах можно найти, ну, те камни, как бы, электричество. 9 штук, и можно эволюционировать Пикачу в Райчу. А так его просто нельзя, например, прокачать там к какому-то уровню, и он сам эволюционирует. Нет. Так нельзя. Прыгаем. Так. Я бы напал на этого тренера, но сейчас не вижу смысла, так как у нас Шаризард мертвый. И вот как раз я нашел вот сколько там? 1-2 камня. Ну, те камень молнии. Не электричество. Ну, в принципе, одно и то же, можно сказать. Да твою ж. Так, другого у нас и нету, только доски. Ну, пофиг. Я, если честно, даже не знаю, буду я прокачивать, в смысле, эволюционировать Пикачу в Райчу, не знаю даже. Так, один у нас камень уже есть, и там я, да, вот тут другой. Так, поднял.
Поднял. А, еще один. Ну хорошо. Не помешает. И все. И думаю, вроде уже нету больше. И можно прыгать. Доски я не буду забирать, не вижу смысла. И да, как вы поняли, я на этом буду заканчивать. Думаю, на этом уже хватит. Мы словили нового покемона Абру, ну, который еще, ну, стоит в компьютере. И да, и все вроде. И немножко покачали наших покемонов. И я думаю, к следующему эпизоду я вот тут себе сразу же поставлю какой-то вот, допустим, waypoint вот тут. Слетаю по быстрячку домой, вылечу наших покемонов, и в следующем эпизоде я уже продолжу вот на этом самом месте, чтобы, ну, продолжить наше путешествие, идти куда-то туда дальше, дальше, дальше и все дальше. И, ну, еще вот, блуждать по горам и еще вот находить вот такие камни. Еще не хватает там, сколько? 6 штук. И да, если вам понравилось, можете ставить пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.